хотел поговорить с господином Барнье. Сейчас 8 утра, а господин Барнье просил не беспокоить его до 11. У меня важная новость. Она стоит того, чтобы разбудить господина Барнье. Ауч! Господин Барнье мой хозяин, и я обязан исполнять его приказание. Ответственность беру на себя. Срочно поднимите вашего хозяина. Скажите, что пришел крестьян Мартен и хочет немедленно его увидеть. Исполняйте! Я не приказываюсь. Я работаю на господина Барнье, а не о вас, месье. Вы желаете и впредь работать на господина Барнье, советую вам поторопиться. Господин Барнье вне себя от возмущения. Стало быть, он все-таки проснулся. Да, месье, я вам не завидую. Наш хозяин пьет по утрам кофе. О, да, месье. В любом случае, принесите 2 чашки. Мы позавтракаем вместе. Да. И еще. Вы меня хорошо поняли? Да. Но как же я узнаю? Я позвоню вам вот в этот маленький колокольчик. Вы меня смущаете своими загадками. Такой ранний. Что случилось? Катастрофа? Я бы не назвал бы это катастрофой. Скорее наоборот. А, наши акции подскочили на 100 пунктов, да? Еще нет. Но? Ну хорошо, ладно, вываливайте свои новости, только поскорее. Я хочу поспать чуть-чуть. Ваше великодушие, господин Барнье не знает границ. Во всей Франции не найти более доброго и нежного сердца. А ваша супружеская верность, вашей любви к дочери буквально слагают легенды. Так, это все новости? Еще не все. Ну хорошо, вываливайте. Так, значит так, либо вываливайте, либо проваливайте. Вот так. Вываливаю. Вы должны повысить мне жалование. Вам не кажется, что для нищего вы слишком хорошо одеты? Мне сбегать переодеться? Нет, достаточно уже, достаточно! Я уже все понял. А, я знаю, что случилось. Это сон. Вы мне снитесь. Слушайте, ущипните меня, пожалуйста, я хочу понять, сплю я или нет. Новости. Давайте. А! Что? Очень. Я понял, это не сон, нет. Это явь. И она подсказывает мне, что вы наглец, господин Мартен. Явиться к своему шефу, разбудить его в такую рань, чтобы потребовать прибавки к без того высокому жалованию, это наглость, господин Мартен. Я разбудил вас в 2 часа ночи, это была бы наглость. Так, господин Мартен, да кинем же! Уходите отсюда! Немедленно! И советую вам обратиться к психиатру, если он вас примет такую рань. И еще рекомендую вам к обеду приготовить официальные извинения. О, как вы правы, господин Барнье. Я должен был прежде всего начать с извинения. Так вот, господин Барнье, я искренне прошу меня извинить. Так, я не понимаю, почему 2 чашки? Месье сказал, что будет завтракать с вами. Да, я надеялся, что наша беседа произойдет за дружеским завтраком. Мартен, вы совсем сдурели, да? О. Любовь делает людей безумными подчас. Любовь? Вы что, влюбились в меня, да? Наконец-то! Боже мой, как вам не стыдно? Ну, кстати, немедленно, любовь, что как любви какой-то говорить. Я влюблен в одну очаровательную девушку и... Слава Богу. Хотел бы, чтобы она стала моей женой. А ко мне-то что приперлись? Пошли бы к ней, встали бы под балкон, взяли бы гитару и спели бы ей там любовный романс. Хорошо, романсы, когда есть финансы. А я-то думала, что вы романтик. Ну, знаете. Слушайте, вы знаете вообще, вы идите на кухню и там думайте. Слушаюсь, месье. Да-да-да. Вы можете объяснить мне, наконец, Мартен, что вы хотите? Я получаю 83 тысячи в месяц.
целые 83. Понимаете? Да, целые. А сколько вы хотели бы получить? Ну, хотя бы 300 плюс страховой фонд. Так будьте вы, Мартен! О, не будьте со мной так официально. Вы всегда говорили, что я не просто служащий, а ваше доверенное лицо. Называйте меня как обычно. Старичок. Послушайте, вы, старичок! Не говорите нет, умоляю вас, подумайте. Что тут думать, я уже давно все подумал уже. Умоляю вас, присядьте. Присядьте и выслушайте мои доводы. Хорошо, хорошо. Вы мертвого разбудите. Вываливайте! Вываливаю. Когда 4 года назад вы взяли меня на службу, ваше предприятие только становилось наружкой. Сегодня его оборот возрос в 10 раз. Это одна из крупнейших фирм в Париже. Конечно, если бы не вы. Если бы не моя идея добавить ваше мыло сок бразильского баобаба. Слушайте, Мартен, мы-то с вами прекрасно знаем, что в нашем мыле есть что угодно, кроме сока бразильского баобаба. Да главное, что покупатель в баобаб верит, а верит благодаря грандиозной рекламе, которую я развернул, чтобы нравиться всем бабам. Мойтесь мылом с баобабом. А? Пошлятина! Пошлятина! Уши вянут! Уши вянут, деньги цветут. По утрам в любой семье мылом пользуетесь Барнье. Благодаря мне ваше мыло продается в России. Знаете, какой рекламный щит украшает кремлевскую стену? Чтоб руки мыло население, к нам в дом Барнье явилось ты как божество для омовения, как гений чистой красоты. А? Какие стихи плохие. Ну что вы? Я на этот бред 10 миллионов потратил. Получили за этот бред 40 миллионов. Ваши деньги, господин Барне, это как яйцеклетка, а мои идеи это как потом сперматозоиды, которые их оплодотворяют. Не надо! Ой, не надо! От вас можно забеременеть! Увы, не надо. К сожалению, я не имею моего морального права на воспроизведение потомства. А почему? Девушка, в которую я влюблен, из очень состоятельной семьи, и я не могу позволить себе жениться на ней, имея в месяц жалкие 83 тысячи. Целые 83? Целые? А девушка, а эта девушка вас любит, да? О, она без ума от меня. Покончит с собой, если потеряет. Какая хорошая девушка! Очень. А, слушайте, я, кажется, знаю, кто у нее родители. Я догадываюсь, они такие изверги, да? Они не хотят оплатить вот такое вот счастье собственной дочери, да? Не все столь великодушны, как вы. Господин Барне, я делаю за вас всю работу. Вам только нужно иногда подписывать документы. Что это значит иногда? Иногда, потому что я иногда и это делаю вместо вас. Но я не могу сделать за вас свое личное счастье. Благодетель. Я знаю, что я благодетель, но не на 300 тысяч. Ну, 200. Так, держите себя в руках. 200 тысяч. 280. Не надо со мной спорить. 27. Не надо со мной спорить. 250, уходите отсюда! Спаситель! Благодетель! Я верил в вас! Но это больше, чем я надеялся. Сейчас лукавил. Лукавил сейчас! Надеялся ты на 300, да? Да, но я просил 300, надеюсь получить хотя бы 150. Но ваша щедрость превзошла все мои ожидания. Да мне надоели уже! Все, уходите отсюда! Да, да, да. Идите к вашей избраннице, делайте ей предложение и будьте вы трижды счастливы. Уходите! Благодетель! Спаситель, господин Барнье, моя избранница, ваша дочь. Я имею честь просить у вас ее руки. Умоляю, быстрее. Цветы от Кристиана Марте. Да, передайте цветы госпоже Барнье в знак глубочайшего признания за понимание. Я еще не умер! Но, старичок, рассказывай, как ты... Где ты? Я здесь. Как ты охмурил мою дочь? О, совершенно случайно. Полтора года назад, на скачках. Чушь, моя дочь не ходит на скачки. Она не отличит жокея от лошади. Тем не менее, она сразу поставила на меня. Но тогда я не знал, что она ваша дочь. А когда узнал, то не сказал, кто я. Чушь, вранье. Можно я сказать ей, что работаю скромным служащим у ее папы. Я назвался коммерческим директором одной крупной торговой фирмы. Ловкач, ловкач. Ну ты не подумал, что моя дочь достойна лучшей партии? Вот. Что вот? Вот. Именно поэтому вы теперь и сделаете меня генеральным директором холдинга Барнье.
Означает, что вы со своей дочерью собираетесь выдать приданое в 20 миллионов? Так, а вот это вообще бред сивой кобылы? Ну, если вы считаете, что ваша дочь сивая кобыла, то это ее бред, это она мне сказала. Послушайте, Мартен, ну вы... Мартен, послушайте меня! Вы заговорились, что будете называть меня... Старичок. Послушай, ты... Старичок! Я не позволю тебе нажиться на моей дочери, понял? Только через мой труп! О, не торопитесь, у вас еще не готово завещание. Чтобы поверили в бескорыстие моих намерений, я клянусь отдать вашей дочери все мое состояние. О, спасибо вам большое. Он возьмет свое состояние, соберет его в кучку маленькую, отдаст моей дочери. Эту подачку можно нищим отдать все его состояние. Я даже не думал, что 38 миллионов это нищенская подачка. У кого 38 миллионов? У меня. У вас 38 миллионов? У меня. Поздравляю! Что ж молчали? Поздравляю! Вы получили наследство, да? Спасибо. Я круглый сирота. А откуда у круглой сироты 38 миллионов? О, я украл их. Вы еще и вор, господи! А у какого лоха вы украли 38 миллионов? Расскажите, это интересно. Ну? У вас. Скажите, пожалуйста, это вы пошутили? Так я думал. Немедленно сейчас позвоню в полицию, пусть они с вами разбираются. Подумайте, господин Барней, я не собираюсь бежать. Я при том, чтобы все решить полюбовно. Полюбовно, да. С вором. Представляете, какой будет кошмар, если весь Париж будет кричать, что дочь Барней вышла замуж за вора. Не вышла! Выйдет! Выйдет! И вы сейчас поймете, почему. Официально Фолтен Барне заработал сумму в 20 миллионов. Алло! Долларов. Алло, это полиция! Мы с вами прекрасно знаем, что эти самые 18 миллионов укрыл от налогов именно я! Тише, что вы орете, это же полиция! Как вы объясните полиции происхождение такой прибыли? Алло, полиция? Это Бертран Барне беспокоит. Давай, вы знаете, у меня сейчас только что украли... Часы, который час? Нет, недорогие, 38 миллионов. Ну и как вы будете объясняться с налоговой полицией, когда она сунет мозг в вашу бухгалтерию? А как вы объясните, что у меня 38 миллионов украли? Кому объяснить? Полиции! А при чем здесь полиция? Ну, наконец, вы начали соображать. Послушайте, Мартин, я ничего не соображаю. Ну, объясните мне, наконец, все! Да элементарно! Что такое? Сначала я снизил себестоимость каждого куска мыла на 7 франков. Так. Потом, благодаря бразильскому бау-бау, я увеличил цену каждого куска на 8 франков. Так, уже 15 франков прибыли. А таких кусков мы выпустили 38 миллионов. Спасибо, я умею считать. Я понял, что имею право совершить ошибку. Не понял. Я понял, что нужно было снизить себестоимость не на 7 франков, а на 8. Я уменьшил ее задним числом, этот лишний франк. Я умножил 38 миллионов, вынес всю сумму за скобки бухгалтерского учета и получил так называемый черный нал. Что вы орете на весь дом? Совсем туда же! Прибавьте ваш 20 миллионов приданого моим 38 миллионам, и вам станет ясно, что молодая чита может смело начать свой жизненный путь на радость счастливым родителям. Господин Барнье, я повторяю свою просьбу. Я прошу руки вашей дочери. Ну как это вот так взять вот и отдать свою дочь какому-то проходимцу? Ну почему нет? А она что? И что, она вот вас любит, да? О, она без ума от меня. И доказывает это по 3-4 раза в сутки. Опять цветы? К черту цветы! Две таблетки пирамидона для господина Барнье. Выпейте пирамидону, папа! Папа? Папа. Говорю вам как мужчина мужчине. Мы с вашей дочерью любовники. Какой позор, а! В стороночку. Ну давай, рассказывай сейчас. Сколько у вас вот это вот 3-4 раза в сутки? Ну, как я сказал, у меня 2 года. Подождите, как 2 года? Вы сказали, что вы знакомы 2 года. Ну что же, начали вот это вот, ну, сожительствовать с первого дня, что ли? С кого вы нас принимаете? Со второго? Понимаете, это был сильный ливень. Что, прям подождем? Нет, мы укрылись в подъезде. В подъезде, кошмар! Нет, ливень кончился, мы вышли из подъезда, сели в такси. Что, в такси?
Мы в такси приехали на пляж Пигаль. Что, блин, на площади, да? Папа, вы просто какой-то маньяк. Снова пошел ливень, мы опять укрылись в подъезде. А, и... Ну, в подъезде-то, ну, лучше, лучше в подъезде, чем вот там. Да. Мы окончательно решили не расставаться. И ты так не могу. Да подержите меня, пожалуйста. Ну, как всегда. Как обычно. Ага, так. Нет! Нет! Хорошо, здорово. Я не позволю! Да! Тихонько так, не слишком так. Пусть она сама сюда придет! Да! Вот! И я ее сейчас спрошу! Да! И вот она пусть раз... Все, достаточно, достаточно, все, достаточно. Она вам расскажет то же самое, что и я, слово в слово. Вы, прошу вас, не говорите ей, что я вам все рассказал. Я обещал ей ничего не говорить, пока она сама вам все не расскажет. Но если она все не решалась, тогда решился я и нарушил слово, чтобы дело не затягивалось. Дело, а не шея. Ой. Тем более, что она сама вам все расскажет. А вот сейчас мы у нее все и спросим. А я пока пойду прогуляюсь, минут на 15. Надеюсь, когда я вернусь, она уже проснется, ваша жена. И я, наконец, смогу ее обнять. Так, а это еще зачем? Ну что плохого в том, что я обниму свою тещу? Пока, папка. До скорого! Да, в чем, а в логике ему не откажешь. И я бы не отказала. Ой. Да это уж естественно. Девочка моя. Тихо, люди. Какие люди? Я говорю, доченька моя. Дочку мою зовут. Конец! 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 Ты звал меня? Мой телочек. Да сколько раз тебе говорить, чтобы ты не называла родителей именами животных. Какой тебе телочек? И мама нашу, к сожалению, давно уже не тёлка. Что ты говоришь? А по-моему, это мило, моя подружка Катрин вообще называет своего папу слоником. По такой, по какой причине такой? А потому что у него такой длинный... Ну, что такое? Ну, тихо! У, папа, я имела в виду нос. Ты старомодный, папочка. Зато ты у нас больно современная. А что ты имеешь в виду? Я имею в виду твоего любовника. Ага! Он был только что здесь и просил твоей руки. Он что, был здесь? Был здесь, он только что. Что тревешь? От счастья, папа! Он исчез 2 недели назад, и я думала, что он меня бросил! Тебя бросил? Ты видал себя в зеркало? Ну как можно вот такой бросить? Поматросил и бросил? Пусть только попробует! Я ему всю его матроску его оторву! Как она делает? Папа, вот мама как раз хотела с тобой об этом поговорить! Ну конечно, наша мама уже в курсе дела! Только я в этом доме все последним узнаю! Ну ты согласен? С чем? Чтобы я стала его женой. Чтобы я вот взял тебя вот так за руки и так повел к нему, да? Да, да. Ну, пап, не реви, ну, пап. Я не могу такое решение так сразу. Ну, мама, ну, не реви. Если ты не перестанешь реветь, я отправлю тебя в приют для несовершеннолетних бандитов. Иди! Папа! Иди! Ну, вот волосы неприятные. Отец не разрешает мне выходить замуж. У мадемуазель есть возлюбленный. Да какая разница, я замуж хочу. Мне уже надоело оставаться старой девой, мне скоро 17. Я читала... Один роман, там девушка сказала родителям, что она ждет ребенка. Для того, чтобы они дали ей согласие на брак. В 8 главе они согласились. И у папы будет инфаркт. Инфаркт рассосется. И он согласится. А потом он узнает, что никакого ребенка нет. К тому времени вы уже выйдете замуж. У него будет второй инфаркт. Ну и что, к тому времени вы уже успеете забеременеть по-настоящему. Ты уверена? Как в себе. Я женщина. Я знаю, что такое любовь. Ну все, все. Не робейте. Хвостик спрячьте. Зовите папу. Смелее, я с вами. Папа? Да смелее. Папа? Смелее! Папа, сюда!
Кого? Вот этого твоего маленького. Мы, конечно, не зовем. Назовем его обязательно. Этого маленького прекрасного щеночка такого. Назовем его обязательно. Не называй моего ребенка именем животного. Какого еще ребенка? Множего, ты что, не понимаешь? Ой. Бернадет! Три таблетки пирамидона! На всякий случай я принесла 4. Раз, два, три, 4. Ну что? Ты даешь свое благословение? Дай попить! Мне уже все равно. Блэс, крэс! Комедий францез. Спасибо, бабочка. Я пойду открою. А я пойду обратно нашу тёлочку. Пусть мама. Желает видеть какая-то юная девушка. Когда старую девушку встретите, тоже приводите. А она говорила, что это очень важно. Что вас привело ко мне, мадемуазель? Ой, а вы действительно господин Мартиньо, да? А что, у вас есть сомнения какие-то? Нет, нет. Просто мне сказали, что господин Мартиньо очень как-то сердечный и великодушный человек. А что поэтому, Лилия? Извините, просто я уже сегодня с утра проявляю сердечность и великодушие. Что вас привело ко мне, мадемуазель? Что меня привело? Господин Барнье, я... Я в отчаянном положении, господин Барнье! Да как вы делаете на положение? Я даже не знаю, как я тоже. Ну что вы не можете быть более отчаянным положением, чем я? Я как вам шла? Я думала, как... Я все понял. Тогда должен вас огорчить, мадемуазель. Я абортов не делаю. А если у вас маленький родится, назовите его Блэс. Рекомендую. Да что вы? Вы меня неправильно поняли. Ну да, я влюблена в одного молодого человека. Надеюсь, вы не ревнуете его ко мне? Ну нет! Нет, потому что он абсолютно нормальной ориентации. И зовут его так... Кристиан Мартен! Мартен! Кубертен! Метрополит! Подождите, как вы сказали его зовут? Кого? А! Кристиан Мартен! Очень интересно. Тогда должен вас разочаровать, мадемуазель. 5 минут назад Кристиан Мартен был здесь и просил руки моей дочери. Правда? Да. Я же знала, что он придет делать предложение, поэтому я хотела к вам прийти пораньше, вот чтобы вас предупредить. Вот я пришла. Пришла? Да. А он уже приходил, да? Приходил. Опоздал? Это я, значит, опоздала. Опоздала. Ну что ж, вы молодая, красивая, у вас еще все впереди. Прошу вас, прошу. Нет, куда, подождите, я же не могу сейчас так прямо уйти. Мне же надо ему теперь все объяснить. И дело в том, что я же ему солгала, я ему сказала, что я ваша дочь, и он приходил сюда просить руки вашей дочери, имеет в виду меня? Вот что нам теперь делать? Я не знаю, кого он имел в виду. Я вас прошу, не нервничать. Но моя дочь беременна от него. И у нее будет вот такой вот блэс. Нет! Это не может быть от него. Это какая-то чудовищная ошибка. Я вас прошу. Позвольте, я сама себя объясню Кристиану. Нет, я прошу, пожалуйста, уходите. Не то. Я выпью. Здесь пирамидон в доме. Ну, выслушайте меня, господин Барнье! Я сирота! Моя мать проститутка! Я бедная несчастная машинистка! Подождите, я не понял, кто проститутка, кто машинистка? Я проститутка! Моя мать машинистка! Нет! Все наоборот! Но дело не в этом. Дело в том, что когда мы впервые встречались с Кристианом, и он назвался коммерческим директором, сказал, что получает 300 тысяч в месяц
Вы же понимаете, что я почувствовала себя жалкой, ущербной нищенкой, а так мне не хотелось его потерять. А зачем надо было называться моей дочерью? Сказали бы, что вы дочка Форда, или Рокфеллер, или Хрущева. Здравствуйте, я дочка Хрущева, добрый день. Потому что... Что потому что? Потому что в этот момент я совершенно случайно, знаете, сколько это бывает у девушек, посмотрела направо, а там стоит рекламный щит, а на нем написано: хочешь нравиться всем бабам, мыся мылом с баобабом. Вот. А мне тут была ваша фамилия. Ну вот я и назвалась дочерью мыльного магната Барнье зачем-то. Это забавно. А он что? А он подумал и сказал: вот забавно, да. Еще как забавно! Сукин сын! Он не сукин сын, он коммерческий директор! Такой же, как вы, моя дочь! Ой, это я сукина дочь! Это я вас виноват, я вас умоляю! Не тронируйте, Кристиан, у него такая потешная психика! Я вас умоляю, пожалуйста! У меня тоже психика! Ты, мы с сынами куда? Ну, что вы плачете? Помогите мне в этой ситуации! Не дом какой-то, а стена плача! Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я ничего не скажу этому сукиному сыну. Не сукин сын, он коммерческий директор. Агитуй паровоз. Хорошо, я ничего не скажу этому коммерческому директору. Ничего. Господин Барнье, извините, иудей? Да. А что тут такое, да? А разве вы можете утверждать, что Кристиан Мартен не иудей? Послушайте, я, кажется, знаю, как мы можем с вами друг другу помочь. Слушайте, я с ним переговорю. Я знаю, что мы сделаем. Но для этого вам придется какое-то время побыть у меня в спальне. Договорились? Ну? Ну, давайте! Давайте! Сразу согласились! Наверное, вся мама, да? Простите, пожалуйста. Короче, он придет сюда, я с ним буду разговаривать. Мы все уладим, вы побудете у меня в спальне. Только не выходите, пока я вас не позову. Да. Беседа? Ну, беседа. Беседа, отлично. Да. Вот туда, первая дверь налево, в спальню, пожалуйста. Я знаю, как вы с ним поступите. Большое спасибо. Идите, первая дверь налево туда, идите, пожалуйста. Господин Барни, Жермен! Кто меня зовет? Я твой муж. Это? А что, у тебя есть какой-то другой муж? Доброе утро! Как ты спал? Мой козлик. Так уже сегодня с утра был и телочком, и козликом. Все время какой-то рогатый скот. Послушай, лучше бы я действительно спал, и мне все это приснилось. Послушай, дорогая, мне нужно с тобой поговорить. Дело в том, что у нашей дочери есть любовник. Мне тоже надо с тобой поговорить. Ну, поговори. У твоей дочери есть любовник? По-моему, это я сказал. Я это знал. А, ты это знала? Ты это знала? А может быть, ты знаешь, что у нее будет ребенок? Это участь всех нормальных женщин. Я тоже в свое время ждала ребенка. И дождалась. Вот она, наша красавица. Наша орлянская дева. Дева. Жертва непорочного зачатия. Ой,
милый Блесс, расскажи нам, как зовут твоего отца, а? Расскажи. Папочка, ты же его прекрасно знаешь. Он же сегодня приходил просить моей руки. А вот мы с Блессом, вот так по-мужски, хотели бы услышать от тебя, как зовут его отца. Ну, ради бога, папочка, его зовут Оскар. Оскар? А это еще кто такой? Склеротик. Оскар Машафер. Ну вообще уже приехали! Это что, моя дочь беременна от моего шофера? Она не твоя дочь! Что? Она наша дочь! Испугался! И она имеет право выйти замуж за честного шофера. Спасибо, мамочка! Я его так люблю! Послушай, дорогая моя, я этого честного шофера уволил 2 недели назад! Ты разогнал счастье твоей дочери! Кули, мой мальчик! Не плачь, моя девочка! Папа найдет тебе другого! Честного шофера! Что ты говоришь? Напряги свою красивую голову хоть раз в жизни! Что ты говоришь, наша дочь беременна от твоего шофера? Уж лучше какой ты шофер, чем этот прыщавый лысый барон, за которого ты хотел выпить ее замуж. Все, я сейчас тебе устрою такой комедий процесс! Ты у меня получишь от засады! Вот я тебе сейчас... Госпожа Барнье! Боже, какое счастье, что я наконец могу назвать вас своей... мамой. Почему этот тип называет меня мамой? А может быть, у него на это основание? Да. У тебя есть сын? Мама, вы что, не в курсе? Не в курсе чего? Ну, разве папа не сказал вам, что я просил руки вашей дочери? Коллег? Другой. Какой другой? Старший. Значит, у тебя не только посторонний сын, но и дочь? И ты скрывал это столько лет? А что тут такое? На Востоке это обычное дело. На Востоке? Так ты еще и мусульман? Олах! За что ты так покарал меня, да в жены этот неумный женщин? Глаза мои тебя не видели, о звезда моих очей! Оставь меня, пожалуйста, на минуточку с этим прекрасным юношем. Я тебе потом все объясню. Шермен Ханум! Да будет воля твоя, мой повелитель. Я удаляюсь. Олах! За что ты покарал меня, дав мужья этого безмозглого господина? А я не знал, что у вас, оказывается, 2 дочери. А я тоже. Но жизнь-то оказалась сложнее, чем мы о ней думаем, правда? Понимаю. Теперь надо убедить мою жену согласиться на брак с нашей дочерью. А с какой из них? А с той самой, с которой вы прятались от ливня в подъезде. Причем надо убедить мою жену, что после свадьбы вы отдадите ваши, а вернее мои деньги нашей дочери, понимаете? Папа, ну что, сомневаетесь? А? Да я верю тебе, сынок, как себе. Понял. Но жену-то убедит только выписанный вами чек, понимаете? Папа, неужели вы думаете, что я мог положить в банк 38 миллионов? О, папа. А вы их в чулке держите, да? Я их держу. В драгоценностях. Ой, это прекрасно. Спокойно. Так это же замечательно. Да? Слушайте, я знаю, как мы поступим. Вы возьмете драгоценности, найдете какой-нибудь чемоданчик, принесете сюда, это будет таким прекрасным подарком, свадебным подарком нашей дочери. Лечу. Отлично, отлично. Чемоданчик не потеряете по дороге, да? Да, кстати. Да. Вы ничего не слышали об Оскаре после того, как я его уволил? А вашем шофере? Да. Ого, ну как же, бедняга пережил любовную трагедию. Он был влюблен в девушку, отец которой оказался сущим выродком. Что, он прямо так сказал сущим выродком? Да, он хотел наложить на себя руки, но
мы уговорили его завербоваться в иностранный легион сроком на 6 лет, что примерно одно и то же. Пока, папа. Я ухожу, чтобы вернуться. Пока. Бедный мальчик. Он родится, будет писать в эти пеленки и так ничего и не узнает о своем отце. Кто? Что? Что ты там ревешь-то все время? Мама! У меня для тебя ужасная новость! Давай, 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 вали все в одну кучу, давай, давай! Кики скончалась! Кики скончалась? Но этого я точно не переживу! Боже, какое горе! Кики скончалась! А кто такая Кики? Папа! Это же золотая рыбка из моего аквариума! Ой, действительно, смотрите-ка! Такая маленькая, но уже абсолютно мертвая рыбка. Папа! Мама! Кики! Кики! Ты что там делаешь, Кики? Ты что там делаешь, Кики? Просто совсем я уже... От этого всего ваш папа совсем уже... Ку-ку! И с ним прям подписали контракт. На 6 лет, кошмар. Подождите секундочку. А кому подчиняется этот иностранный легион? А, понял, понял. Подождите, а Министерство обороны что? А, понял, понял, да, я понял. Ну что ж, жалко. Я говорю, жалко очень. Очень жалко, да. Очень жалко. Так, а что это мы так разлеглись-то здесь? Что, делать нечего? Все, что я для вас могла, я уже сделала, месье. Поговорить надо. Подожди. Хорошо, давайте поговорим. Поговорим немножечко. Совсем, самая малость. Вам тоже прибавить жалование, да? Прибавьте. Но только не мне, а своей новой служанке. Если она будет лучше, чем я. А я же от вас ухожу. Куда это вы уходите? Ну ладно. Что, неужели есть в Париже кто-то? У вас есть в Париже кто? Я хотел сказать, неужели у вас в Париже есть кто-то, кто может заплатить горничной больше, чем барье? Есть один. Да? Ну и куда же вы собрались? Ай, замуж, месье. А не спешите меня. Замуж она пошла вот так пошла. Вы сами так придумали, замуж она согласилась. Так решили мы с моим женихом. Женихом? Слушайте, а этот ваш жених, этот экстремал, он машину водит? Еще как? Как он водит машину? Ну, как он водит машину? А вы уверены, что хотите увидеть? Да, я хочу. Садитесь. Спасибо большое. Пью. Учите, друзья. Пью. Да, обязательно. Так. Значит так. Я это он. Вы это он. Да. А я? А вы? Ну вы это я. Поехали. Мне так будет трудно ехать. А мне иначе не интересно. Вот так вот, вот так мы и поедем, да? Я, собственно, что спросить-то хотел. Вы знаете, что я остался без шофера? Скорее, не вы, а ваша бедная девочка. Так, все уже в доме в курсе событий, да? Ой, подумай, что же секреты. Выходите из моей машины. Это моя машина.
было бы хорошо, если бы я смог уговорить вас остаться. Я бы вашего этого жениха взял бы к себе в шофер. Вы считаете, что он заметит вашей девочке Оскар? Только не надо острить, ладно? Ладно. Ну, я просто подумал, что это было бы удобно. Понимаете, чтобы он помог вам по дому, например, да? Там, ну, что делать? На кухне помог бы. Полы помыть. Полы помыть, окна там. Что еще там вы делаете? Вы считаете, что знатный барон мечтает работать у месье... Так, во-первых, не надо так произносить мою фамилию. А во-вторых, вы что, хотите сказать, что вы выходите замуж за барона? Барон Оноре де ла... Бетюнья! О как! Вы все-таки совратили! Вы совратили этого прыщавого плюгавчика! Кто, как не вы, мечтали видеть этого прыщавого плюгавчика своим зятем? А потом у него больше нет прыщей. А это я знаю от чего. Да. Он начал пользоваться мылом с баобабом. Есть гораздо лучше методы. А, я знаю. От прыщей. Я знал. Чей? Ой. Ой. Ой, что это? Чего? Ой, что это у вас за прыщик на подбородке? Бяу! Свободно! Собрала свои манатки вон из моего дома! Немедленно вон! Бяу! Никогда меня не любила. Никогда. Где прыщик? Где же прыщик? Ну нет. Есть. Жермен! Кто меня зовет? Твой муж сейчас тебя зовет. Бертран? Ой, постой-ка. По-моему, у тебя прыщ на подбородке. Да, прыщ. А вот у барона Бетюньера Оноре де ля нет прыщей. И ты знаешь почему? Ну и почему же? А ты подумай. Хотя ты и подумай две разные вещи. Он лучше у служанки своей спроси. И поторопись, потому что я ее уволил. У тебя мания. Конечно, уволил, а старый уволил. Теперь наша девочка мать-одиночка. Ты позвонил в министерство? Звонил я в министерство. Они сказали, что никто во Франции не может расторгнуть контракт с иностранным легионом. Ну ты понимаешь, что нам нужен отец. Да все, я понимаю. Дело что? Развесить объявление? Срочно требуется отец для ребенка нашей дочери. Трехразовое питание и жилье гарантируем. Китайцам просим не беспокоиться. Что ты имеешь против китайцев? А? Ты знаешь, дорогая, они все на одно лицо, трудно выбраться. Ой, расист! Если бы я был расист, я бы на тебе не женился. Разве я похожа на китайку? Ну ты что говоришь? Так все, дискуссия о малых народах закончена. Сегодня утром приходил молодой человек, сделал предложение карет. А кто это было? Это был Мартен. А, ты всегда о нем хорошо отзывался. Ну, он обручен. А, тогда зачем он сделал карет предложение? Он думал, что его невеста наша дочь. На самом деле его невеста не наша дочь. А, тогда зачем он приходил к нам? А? А это упражнение для твоей головы. А этот парень, который меня обнимал, а кто он, а? Я не хочу тебя расстраивать, но это был тоже Мартен. Теперь я начинаю понимать, почему он называл меня мамой. В таком случае, как честный человек, он должен жениться. Какая логика у тебя железная. Но у меня нет морального права заставить его признать себя отцом ребенка Оскара, понимаешь? Ну ты просто тряпка, тряпка, тряпка. С этой минуты я все беру в свои руки. Смотри. Я себе представляю, расступись все живое. Калет, Калет. Кто меня за...
и вот я. Кто это я? Твоя мама. Мама, это я. Коллег, ты выходишь замуж за господина Мартена. Мама, папа, вы меня просто... Ты груби отцу! Ступай и приготовься стать матерью. Ступай. Чего? А ты, уволившись служанку, будешь исполнять ее обязанности. Марш на кухню. Ну как? Я спала! Господи, ну вот за что мне это? Ну чем я... Ага, это он. Только бы мне чемоданчик принес, я вам всем отомщу. Я вам сразу всех покажу. Очень приятно. Отлично. Вот. Как это? Очень ваша приятно. Дочь будет счастлива. А я как буду счастлив? Я такой буду счастлив. Ты знаешь, что у нас в спальне прячется какая-то незнакомая девушка? Да. Кто это? Кто? А это новая горничная. Новая горничная. Главное, пришла наниматься на работу и сразу ко мне в спальню. Ну, как всегда. А это кто? Но. Господин Мартен, мне все рассказал. Позвольте вас расцеловать. Давай, только не надо, не увлекайтесь уже. Достаточно, послушай, дорогая. Оставь, пожалуйста, нас наедине с господином Мартеном. У нас есть маленькое дело. Да, у нас небольшой сюрприз для вас, мама. Я так и знала, проказники, что вы от меня что-то скрываете. Да. Счастливый вы человек, господин Бардье. Завидую я вам. Хочу вам напомнить, что вы женитесь на ее дочери. Поэтому вам я завидую еще больше. Драгоценность все в чемодане? Да. Отлично. Папа! Боже мой, вы бы еще... Серп в руки взяли. Замок с кодом. Ну так откройте. Боже мой. Опа. Ну как? А? Мы сейчас похожи на двух грабителей. Не правда ли? Говорите за себя. Понял. Закройте, чтоб я видел. Прекрасно. Это великолепно. Слушайте, а мы действительно, вы знаете, правильно сделали. Мы назовем его Блесс. Замечательно. Кого? Как кого? Сыночка вашего ребеночка? А, у меня нет детей. Пока. Вы так думаете, да? Да. Мы так обычно все думаем. Нет, да? А будет? Будет? Молодец. Мужик, молодец. Правда? Да. Да. Ну почему Жаклин ничего не сказала мне? Потому что это произошло совсем недавно. Сегодня утром произошло. Как интересно. Мы только вчера ночью впервые позволили себе не предохраняться. Как быстро. Ну и что уже известно, что будет мальчик, да? Да. Да? Да. Представьте, наука шагает далеко вперед. Семимильными шагами шагает на нас. Осторожно, осторожно, что вы? Вы теперь должны быть очень осторожным человеком. Почему? Я вам сейчас все объясню. Аккуратненько наступайте здесь. Вы сюда садитесь аккуратно. Я вам сейчас все объясню. Представляете, выходите вы такой счастливый человек, выходит из моего дома, да? Проходит несколько шагов, и тут же вас сбивает машина, царствие вам небесное. Или другой вариант. Выходите такой счастливый, довольный, главное, проверил, нет ли машин здесь рядышком, нет? Так, подскальзывайтесь сразу на банановой кожуре, перелом основания черепа, царствие вам небесное, пусть земля вам будет пухом. Что же нам с вами делать, пока вы еще живы, не дай бог, конечно. Да в чем проблема, папа? Я сейчас пойду к нотариусу, направлю бумагу, в которой признаю себя... Отцом ребенка! Сидеть на месте! Пойдет к нотариусу! Знаю, как вы пойдете к нотариусу! А что? Вы такой довольный человек. Проверит, машин здесь нет рядышком случайно. Проверит, в радиусе километра никто бананы не ест! И тут вам сверху сразу упадет. Ой, сверху кирпич! Да? Советский спутник. Пип-пип-пип-пип-пип. Мама!
Я утром открою газету, а там такое знакомое лицо какое-то в шарфике такое. Ой, боже мой, и написано, траурная рамочка написана, Кристиан Мартен убит советским спутником. Папа, почему в такой день вы портите мне настроение? Да, действительно, зачем я это делаю? А знаете, я, кажется, понял, как мы с вами поступим. Интересно. Вот как мы сейчас с вами сделаем. Сейчас мы напишем с вами бумажку и выбросим все плохое из головы. Давайте. Это очень правильно. Вот вдруг вы попадете под машину, вдруг мне... Ой, у меня сердечный приступ, я умираю. Слышь, ты умник, пиши давай, умирай тут. Не время, давай, пиши. Значит, так, пишем так. Я вижу подписавшийся, Кристиан Мартен, да, признаю себя ребенком. Отцом ребенка. Я признаю себя отцом ребенка. Так, не ребенка, а ребенка. Поразборчивый, пожалуйста. Так, отцом ребенка, мадемуазель Барнье. Мадемуазель Барнье. Отлично, прекрасно. Мадемуазель... А честной паспорт не поставил? Вот, хорошо, прекрасно, прекрасно, у меня теперь все прекрасно есть, у меня теперь все отлично, у меня есть это и это, у меня теперь все есть, у меня теперь все прекрасно нет, А ты что загрустил, сынок? Да вот, думаю, папа, день свадьбы, вы выходите из дома, отправляетесь в церковь, да. Вдруг проваливаетесь в канализационный люк. Так, так. Набарываетесь на ржавую железяку. Сражение крови. Столбняк. Врачи не могут вас спасти. Пусть канализация будет вам пухом. И кто вернет мне мои драгоценности, когда я женюсь на вашей дочери? Вопрос? Браво, да? Значит, ты не доверяешь мне, сынок. Вы. Попрошу все внимания. Внимание. О, понял. Другой вариант. Понял. Я напишу тебе бумажку. Я Бертран Барнье. Нет, я ниже подписавшийся. Я ниже подписавшийся. Я знаю, Барнье. Как писать бумаги. Я ниже подписавшийся. Так, я ниже подписавшийся Бертран Барнье. Обязуюсь вернуть. Нечисти. Господину Кристиану Мартену. Обязуюсь вернуть господину Кристианину Мартену. Рабочему Мартену. Я правильно написал. 38 миллионов. 38 миллионов. Когда он женится. Когда он, собака страшная, это женится. Не надо. Это не надо. Я правильно написал. Ну ладно, все уже. Подпись и число. Подпись, пожалуйста. Вот подпись и число. Пожалуйста. Пожалуйста. Прошу вас. О! Вы честный человек, господин Барнье. От честного и слышу. Это да. Что есть, то есть. Что? Идите-ка вы куда? В сад. Вот, как? Правильно, мы сейчас... Вы идите в сад, значит, а я позову вашу возлюбленную, и вы сейчас ей все расскажете. Как? Вы еще до сих пор ей ничего не сказали. Так сюрприз же. Вот, папка, интриган. Сам такое слово. Сейчас я тебе устрою сюрприз. Послушайте, сейчас пойдете в сад, там ждет ваш возлюбленный. Да? В саду. Пошли в сад. Вот здесь сад у нас. Пойдете к нему, да? И расскажете ему всю правду. Да. Всю правду. И знаете, что еще? Поблагодарите его за чемодан, да? Хорошо? Отлично. Подождите, за какой чемодан? Да он знает, за какой. Вы просто скажите. Вы знаете, Бертран Барнье просил вас поблагодарить за чемодан. Вот так скажите, хорошо? И еще скажите, что я его уволил. Так совсем будет хорошо. Уволил. Подождите, он работает у вас? Работал, понимаете? Работал. Понимаю. Так вы уволили его из-за меня. Просто он немножко ошибся в расчетах. Жаль. Мы хорошие. Кристиан! Любовь моя! Родной мой, я должна тебе открыть. О, я все знаю. Мы назовем его Блэс. Ты ведь хочешь, чтобы мы были счастливы втроем, не так ли? Я безумно этого хочу. Но позволь сначала я открою тебе всю правду. О, мое признание удивит тебя намного больше. Вот уже 4 года, как я работаю у твоего отца. Ну-ка. А он не мой отец.
А, ты дочь от первого брака, не так ли? Да нет, любимый, ты не понимаешь. Стало быть, твоя мамочка наставила рога твоему папочке. Рога? Ну это вообще не мое дело. Просто, понимаешь, господин Барбье не мой отец. Да я понял, понял. Но он-то в курсе, что ты не его дочь? Ну, разумеется. Ну и как он реагирует? Реагирует он неплохо. Вообще ему наплевать. Зачем? Он просил передать тебе большое спасибо. Какой-то чемодан? Какой чемодан? Да, привет. Какой-то чемодан и сказать, что он тебя увольняет. Шутник. Да, мой диск увольняет. Ты как меня увольняет? Что тут увольняет? Что-то чепуха. Да. Что ты несешь? Что это за бред такой? Какой бред? Как меня увольняет? Подожди. Я тебе сейчас все объясню. Даш, пожалуйста. Это клинирчий. Дело в том, что когда мы с тобой познакомились, да. Вот ты представилась коммерческим директором. Да. Я тебе сразу не смогла так сказать, что я вот бедная несчастная машинистка, моя мать проститутка. Да. Но это не важно. Вот. Я посмотрела право. А там висит рекламный щит. Вот я назвалась дочерью Мыльного Магната Парлье. Вот я сказала, настроение такое молодое, солнышко светило, и мне почему-то захотелось вот так тебе... Так как же мой чемодан? Так и сказала. Ты меня обманула, понимаешь? Ты меня подставила, чёрт! Бери! Подожди. Ты хочешь сказать, что ты? Ну? Что ты влюбился в меня не как Жаклина, а как, ну, Жаклина, как дочь господина Барнье? Жаклина! Господи, так в таком случае мы с тобой расстались? Ну, Жаклина, ну, Боже, я не хочу больше жить! Жаклина! Это не так, Жаклина! Ну. Ты не ходи за мной! Че-то я не понимаю, что происходит в моем доме. Че-то вы кокетничаете с какой-то абсолютно посторонней девушкой. Что происходит? Вы знали, что Жаклин не ваша дочь? Какой вопрос? Я знаю одно, что моя дочь беременна от вас, и у нее будет блесс. А вы, Жаклин, не ваша дочь? Ваша дочь кто-то другая, не так ли? А может быть, беременна... Беременна кто из них? Жаклин. Жаклин и ваша дочь. А все беременные? Я думаю, все беременные после вас. Тушка. Так, короче, я не имею к этому ни малейшего отношения. Ни малейшего. Все. Что? Так, а кто бумажку написал? А бумажку кто написал? Вот здесь был человек, написал бумажку. Я не подписавшийся Кристиан Мартен. Вот видите, чья бумажка? Вот. Бумажку написал, значит, я утверждаю, как заявляю, как честный человек. Я отдам вам чемодан с 38 миллионами, как честный человек, пожалуйста. Честный в человек. В тот момент, когда вы, как честный человек, женитесь на моей дочери, которая ждет от вас ребенка. Вот и все. Честный человек. Да. Вы подлец, господин Мартин, секундочку, так. Вы подлец! Подлец! Вот так будет лучше. Подлец. От подлеца и слышу. А? Да почему, в общем, да. Почему двум подлецам взять и не договориться? Но. Но. Нет. Но. 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 А, я понял. Вы же еще не знакомы. Вы не знакомы с своей невестой, которая ждет от вас ребенка уже. Это так современно. Давайте сейчас мы ее позовем и все поставим на свои места. А, может быть, мы как-нибудь сюда. Нет, давайте позовем. Колет, Жермен! Она так же очаровательна, как и неумна. Ну, вашего ума хватит на двоих. Если он подлинный отец ребенка полный кретин, то и на троих. Отлично. Ну, познакомься, дорогая. Это твой будущий муж. Стоять на месте. Да. А господин Мартен уже в курсе? Да, абсолютно. И, как видишь, безмерно счастлив. Не правда ли, господин Мартен? Он, конечно, не так хорош, как Оскар, но все-таки не полный урод. Оскар, стало быть, я должен отвечать за Оскара. За все отвечает мой муж. Слушай, закрой рот уже, а? А меня ревели, мама, мой будущий муж не может быть посторонним. Так, и ты замолчи. Все разговаривайте здесь, мальчик. И вы помолчи. Хватит уже разговаривать.
Я еще раз спрашиваю, кто написал бумажку? Кто бумажку написал? Орать-то тоже не надо. Правильно. Так вот я заявляю вам, бумажка взрывоопасная бумажка. Моя дочь несовершеннолетняя. Не подсказывай. Поэтому вам придется теперь выбирать. Между благоустроенной жизнью при 38 миллионах и тюрьмой. Выбирайте. Либо нары, либо канары. Мы едем на Канары! Дорогая, если ты скажешь еще одно слово, наша дочь будет искать тебе из себе мужа до старости. А я умою руки. Мылом с бабом? Пойдем пожрем уже, а? Как люди, пойдем пожрем! Идем, пойдем! Я тебя накажу! Короче, настоящий отец ребенка Оскар. Залетели вы от него. А я, стал быть, должен отвечать и быть вашим мужем. Друзья, я готов поддаться шантажу. Но предупреждаю вас, мы будем спать в разных комнатах. Так это же замечательно. Я так мечтала о свободе. Мне ужасно надоело сидеть под замком. Вы не получите желанной свободы, будете круглые сутки сидеть дома. Я вас запру. Так вы... ревнивец! Просто я не хочу, чтобы весь Париж называл мою жену шлюхой. Лучше ничего. Да, мама была не права, назвав вас неполным уродом. Что? Пойду открою дверь, надо дождать прислуги, нет! Нищета, а? Сожалею, что опоздал. Добрый вечер, сын. Ой, какое наслаждение. Вот теперь вот эту, сильнее. Это Филипп, папин массажист. А, очень приятно. Кристиан Мартен, коммерческий директор холдинга Барне. Ого! Чего себе? Пощупай день. Вот это да. Это не рука, а что? Это уже практически нога. Когда настоящий мужчина делает женщине больно, то ей не больно, а приятно. Что говорите? У Калит очень лобильный порог возбудимости, она моментально заводится, да. Пойду позову папу. А как наша мама? Отлично, у нее такой аппетит, она сейчас жрет с папой. Я имею в виду не маму, а маму. Вы что, забыли? Я же вас учил, что мама по-латыни – это молочная железа. В прошлый раз вы, кажется, жаловались на зуд именно... левой маме. Спасибо. Она больше не зудит. Да, вы прекрасно. Берегите вашу маму, она вам скоро очень пригодится. Давайте поболтаем втроем. Так вы, стало быть, массажист, так ли? Врач-массажист. Ага. Лауреат 8-го фестиваля массажистов, обладатель золотого Аполлона. С ума сойти. А таких, как вы, женщины обычно, наверное, сходят с ума, не так ли? Не знаю, меня это как-то мало касается, да. А такие богатыри, как вы, обычно, бывают очень и очень ревнивы. Не знаю, я еще не пробовал. Скажите, а вот могли бы вы убить мужчину из-за любви к женщине? Да, то есть нет. Вы меня совсем запутали. Врач не имеет права убивать даже мужчину. Филипп, побудьте в соседней комнате. Там библиотека и есть медицинская литература. Назначено. Говорит господином Барнье, я дела хуже. Ну я. Боже, как! Ну не надо! Ну не надо! Мышцы! Да не надо! Мышцы! Какой красавчик, а? Вылитый Вавилон. Аполлон, да? Ну да. А какая умница, а? Стократ. Сократ, да. Вам видней. Вот вам его мужья, без меня, а? Еще бы. Но это же невозможно. Почему невозможно? Скажите, чтобы предпочли его. И все. А? А вот вы и скажите. Хорошо, а вы напишите бумажку. Кристиан Мартен не является отцом моего будущего ребенка, а? А вот вы напишите. А вы подпишите. Да. А? Опа! Господин Барнье! Ой, я смотрю, вы договорились, да? Вы чуть не втянули меня в моральное преступление. Ваша дочь безумно влюблена! Это? Да. Это может. Вашего массажиста! Что? Вот вы до гильотины вам пало? Тихо, он в библиотеке.
разбивается. Послушайте, а что, я не понимаю, вы что, отказываетесь? Что? Вы! Она предпочла его. Вы! Подождите, ну это меняет все планы сразу. Что такое? А, дело в том, что у меня хроническая форма коклюша. То есть я практически не жилец. И кроме того, это ужасно заразно. Закрывайте рот, что вы кашляете? Я не могу стоять на пути вашей дочери. Прекратите кашлять, пожалуйста, я прошу вас. Немедленно покиньте мой дом. Немедленно прошу вас, уйдите. Хорошо, повернете мне мою бумажку. Нет, сначала мы уладим все дела. Послушайте, не, уходите немедленно! Не забывайте, я вас уволил. Ну что ж, прекрасно. В таком случае с неприятностями на фирме будете разбираться сами. Мало мне в семье неприятностей. Это ваши проблемы. Итак, повестка в налоговую полицию, акт о неуплате таможенных пошлин, запрос по поводу ареста вашего счета в банке и еще 24 документа компромата. Сочувствую вам, господин Манне. Вам не страшно? Боже мой, не страшно? Я вам сочувствую. При ребенке такое. Не читай, пожалуйста. Я просто... Мамин, хорошо, я оставлю вас на работе и даже жалование вам повышу. И... Верните мне мою бумажку. Я верну вам бумажку, но сначала вы уладьте все дела, я потом верну вам бумажку. Тогда я лечу вот. Давайте скорее. А пока, пожалуйста, подпишите мне кое-какие бумаги. Это какие бумаги? Прошу вас. Мадемуазель. Да, пожалуйста. Пожалуйста, вот здесь напишите. Пожалуйста, пожалуйста. Какая ручка. Замечательно. Здесь. Прекрасно. Вот здесь. Это драгоценно. Я подожди, пожалуйста. Одобряю. Подожди. Одобряю. И доверяю. И доверяю. Парнье. Парнье. Пожалуйста. Замечательно. Прекрасная ручка. Секундочку. Да. Хорошо. Боже, как я счастлив за вас, мадемуазель! Как я счастлив за вас, друзья мои! На, как я счастлив! Какой, а? А какой хороший парень, а? А что я выбрал другого? Ж дурочка конченая. За тебя! Здравствуйте, господин Барнье. Здравствуйте, Филипп, здравствуйте. О, а у вас неважный габитус. Что вы имеете в виду? Габитус — это по латыни общий внешний вид больного. Да вы располнели, я гляжу. Так. Ой, больно так. Слабый трун бицепсов. Ой, больно так. И полотенный трицепсов. Боже мой, боже мой, да у вас все признаки абдоминальной грыжи. Мне сразу в гроб ложиться? Нет, сначала мы вас отмассируем. Знаете, Филипп, я бы хотел поговорить сначала немножко. Давайте. Слушаю вас. А может быть, слушайте, а давайте выпьем. Хотите виски, а? Давайте выпьем. Нет, виски может вызвать у меня непредсказуемую реакцию. Да? Какую? Ну, это я вам не могу сказать. Господи. Послушайте, Филипп, вы знаете, у меня проблемы. Сейчас мы вас отмассируем, и проблем станет меньше. Послушайте, Филипп, нельзя ли понежнее? Вот так? Нет, так очень нежно, я так возбуждаюсь. Ну, если вас возбуждает прикосновение мужчины, то вам нужно психосексопатолог. Кстати, есть опытная специалистка. Да? Да. Простите, месье. Эту специалистку я знаю хорошо. Чего? Вы еще здесь? Да, я собиралась в чемодан. Месье, хоть я и становлюсь баронессой, но все-таки я бы хотела, чтобы вы оплатили мне за полмесяца. Мне тут душно. А что вы там делаете? Сколько вы хотите? 1,5 тысяч. Отпускные оставьте себе. Мы с бароном уезжаем в Италию. Он, между прочим, берет на себя все расходы. Дайте мне пистолет. Вы хотите расстрелять меня за 1,5 тысяч? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вообще неплохо было бы. Просто деньги я держу, в кобуре от пистолета. Ну что-то непонятно. Я поняла. Я все. Сдачу можете взять себе.
А за рекомендациями обратитесь к моей жене. Я не думаю, что они мне понадобятся. У меня у самой скоро будет 4 слуги. У меня была 1 служанка, а у вас будет 4 слуги. Я надеюсь, что вы проведете с нами уикенд. Мы с Багоном будем гады. Пишите приглашение на гербовой бумаге. Да и я сама надеюсь получить приглашение на свадьбу. Можно? Да пожалуйста, супер. Все. Оставляю вас. Месье. Что такое? Прошу вас. Прощайте. Прощайте, баронесса. Какие у нее вызывающие мамы. Такие мамы говорят о сильном либидо. Послушайте, Филипп, я сейчас с вами буду обсуждать ее родителей, да? Мамы по латыни – это грудь. Мамы, папы. А если вы имеете в виду соски, а? То это папилы мамы. Кстати, а как ваша младеночка? Флоран скажет. Тише, ну что вы? Что вы орете? Жена в соседней комнате. Вы знаете, у нее очень красивые глютеус. Цветы? При чем здесь цветы? Глютеусы по латыни – это ягодицы. А если вы имеете в виду цветы, то это вроде волосы. Послушайте, Филипп, я хочу поговорить с вами о моей дочери. А что мне проблемы? Что ее волнует? Она сексуальна. У нее, извините, тоже очень вызывающие глютеусы. Наверное, от мамашки. Скорее, от бабушки. Вот у кого были эти вот гладиолусы. Глютеусы? Я замучили же с вашей латынью. Задница у нее была огромная. Все пристали. Послушайте, моя дочь хочет выйти замуж за вас. Вы шутите, да? Мне так больно. А вот так? А вот так хорошо, приятно. Послушайте, Филипп, скажите, пожалуйста, вы детей любите? Очень. Но я, к сожалению, даже не имею права думать о них. Почему? Вы что же, педофил, что ли? Да боже упаси, какой педофил, о чем говорить? Тогда в чем же дело? Детей-то вы иметь хотите? Очень. Но не могу. А почему? А, вы, наверное, я знаю, вы, наверное, импотентны. Ой. Если честно, я не знаю, я еще не пробовал. Ой, да ладно. Ладно, Филипп, вы можете объяснить мне, в чем дело? Вы знаете, 18 лет я перенес паротитис эпидемикус. Ну, это инфекционное воспаление гландула спороти. Ужас какой, что ж такое-то? По латыни это свинка. Свинка? Филипп! Вы перенесли свинку на руках, да? Не, на ногах. И она вам отгрызла! Слушайте, я бы никогда не подумал, что свиньи хищники. Это удивительно. Она просто... Ну как вы не понимаете? Ну вот свинка дала осложнение на этот. Ну как его? Ну вы меня понимаете. Я понимаю. Но детей вы все равно иметь хотите, правда? Ну теоретически да. Ну вот, это мы сейчас и поправим. Сейчас прямо сейчас. Девочки мои! Привет, Жермен! Ваш папа вас зовет. Идите скорее сюда, мои хорошие. Я знаю, что Калет дала отлуп Мартену. Очень хорошо. Послушай, моя дорогая Флоранс. Упс. Такое лицо-то мы делаем. Я сказал, послушай, дорогая моя Жермен. Луховатая стала к старости, да? Познакомься, пожалуйста. Это наш новый
взять. Стоять на месте. Добрый день, госпожа Барна. Он действительно дивно сложен. Так, ну-ка, давай-ка раздевайся сейчас. Я? Как вы быстро отзываетесь на этот зов. Он пусть раздевается. Вы тут при чем? Черт, залегу. Да! На пояс. Давай. О! На! Аполлон! Золотой Аполлон. Знаешь что? Ну-ка, давай-ка поиграй-ка мускулами, малыш. Давай-ка поиграй. Да не этими мускулами, вот этим надо играть. Вот! И вы хотите жениться на моей дочери? Кто я? И ты хочешь за него замуж? Могу, мама. Вот каким должен быть настоящий мужчина. Так, секундочку, сюда смотрим. Вот так я тоже могу делать, вот так. Сейчас я принесу шампанское и мы отпразднуем это событие. Идем, Калина, идем. Все, цепись от него, все уже, отцепись. Ну, все уже, иди, иди отсюда. Ну, как дочурка? Тайфун. А? Только ей надо поработать над своей спиной. Вот вы и поработаете. На законных основаниях, понятно? С приличным приданым, понятно? Не совсем. Ну что тут непонятного-то? Вступив своей дочерью в законный брак, естественно, с приличным приданым. Ну скажите, Филипп, у вас какая-нибудь есть такая заветная мечта, есть? У меня? Да. Да. Знаете, я хотел бы иметь свой стадион. Их. Какая хорошая мечта. Правда? Не у каждого такая есть. Ну что, видишь? Так вот здесь вам на стадион не хватит. Не хватит на стадион. Ну, не хватит. Ну что теперь делать? Здесь вам хватит на два стадиона. Правда, правда. Открывайте чемодан, берите содержимое, женитесь на моей дочери и будьте вы все счастливы. Отстаньте от меня, наконец, все. Будьте счастливы, женитесь на моей дочери. Все отстаньте. Два стадиона. Это же Бернадет! Ну, конечно! Так, знаете, кто я такой? Я не телочек, нет. И не козлик. Я осел конченый! Я перепутал чемодан, и теперь она взяла чемодан. Чемодан она взяла и отнесла мой чемодан к барону. Ой, боже мой, а свой оставил здесь, я перепутал чемодан. А зачем барон чемодан? Барон – жених моей дочери, понимаете? Это вы что же, сватаете меня за невесту барона? Да бывший он, бывший! А ребенка она ждет от Оскара. Оскара? Да, он взял и в иностранный легион записался, дурак. А я-то здесь при чем? А придон! Придон! Что мой служащий украл мне 38 миллионов для того, чтобы жениться на моей дочери. Но она оказалась не моя дочь, а служанка дура конченая. Взяла ему чемодан и унесла барону. Теперь вы понимаете, почему я хотел, чтобы вы женились на моей дочери? Ой, блин, как все сложно, а? Торжественно объявляю вам, моя дочь и я согласны. Калет, зови своего жениха. А, знаете, алкоголь может вызвать у меня непредсказуемую реакцию. Не бойся, сынок, это шампанское, шампанское. Да? Да. Ну, я вас предупредил. Кто не спрятался? Ой, вы
Да! Да! Наш дядь пьет, как настоящий русский казак. Да! О! Я ведь деда. Дед у меня, знаешь, какой был? Он с голыми руками на медведя ходил. Он вообще плохо соображал. Так и служил оборонным рангелем, да. Не надо! Не надо в моем доме произносить имя барона, не надо! Выпей, выпей с зятем, выпей с зятем. Не надо, выпей с зятем, дежурный! А тут стоит как пенек, дай ему. Нет, только не надо это, я прошу, не надо, вот, вот так не надо. Я папа! Не надо, я прошу, не нахуй. Я помню день нашей помолвки. Стояла солнечная погода. Оскар вернулся! Твоя куколка! Какие прекрасные глютелсы! Гладиолусы! А вот у мамашки тут твоей глютелсы! Уйди этого пьяного физкультурника! Давай выпьем с зятем! С зятем? Там полно зятьев! Пойдем найдем зятьев и с ними выпьем, как люди! Пойдем выпьем с зятем! Идем выпьем с зятем! Оскар! Сынок! Приди в мои объятия! Так, не наобнимала за сегодняшний день? Недостаточно уже? Ну, здравствуй, сынок! Здравствуй! Здравствуйте! Да! Вы знаете, вообще-то я думал, что мадемуазель... Вот теперь ты можешь называть ее просто Колет. Можешь. Да. Вот как. Так вот, когда господин Барнье выгнал меня... Так, стоп, секунду. Ну что такое выгнал? Выгнал! Это была шутка такая. Что? Да, такая шутка. Шутка? Да, ты разве не понял, это шутка? А я не понял и записался в иностранный легион. Секундочку, а как ты здесь оказался? Меня забраковала медицинская комиссия. Да что? Да, они обнаружили у меня осложнение. Ну, после перенесенной мной этой, вы знаете, нет? Сейчас, у меня записано. Вот. Паротитис эпидемика. Ужас! Ужас! Что это? Это свинка. Который ко мне вернулся мой поросеночек. Бертран, давай оставим наших голубков наедине. Пусть поласкаются. Ты помнишь, когда в день нашей помолвки моя мама оставила нас вдвоем? Ты да. помнишь? Я этого ей не прощу никогда. Мой поросеночек. Моя свинка. А я думала, что ты меня бросил. А я думал, ты меня разлюбила! Мой котеночек! Моя киска! Очидоуски! Твоего поросеночка! А чей это носик? Твоей киски! Тирус пубис! Ах ты, в тирус ты, пубис ты! Ты знаешь, что такое тирус пубис? Ах ты, балбес! Мне очень жаль, месье, но я, к сожалению, не знаю ни вас, ни мадемуазель пубис. Вы слыхали, а? В тирус пубис по латыни это вошь солдатская! Вот ты кто, понял? А с какой стати вы оскорбляете меня? Я не по своей воле записался в иностранный легион! Шагадам! Мандибулу! Не смейте выражаться в моем доме! А никто и не выражается! Ты же знаешь, что такое мандибула, кукла? Я запрещала вам произносить это слово! Ой, мне страшно!
весь дрожу. Мандибула платыни это нижняя челюсть. Точно. Что вы сделали с Оскаром? А он проглотил бриллианты горничных, который записался в иностранный легион, потому что нашел в своем чемодане ребенка. Боже мой, он сошел с ума. На себя посмотри.